Всем привет, друзья, с вами Денис. Это небольшое объявление по поводу того, что произошло на канале, если вы не заметили. Так вышло, что каким-то образом всем моим видео присвоилось значение «доступ по ссылке». Это очень странно, но я как бы исправил это, я просто нажал там один большой квадратик и поставил для всех моих видео открытый доступ. При этом открылись некоторые видео, которые, во-первых, еще не должны были выйти, я их обратно закрыл, но теперь они не опубликуются у вас в фиде, когда я их снова открою. То есть, если вы следите за каким-то прохождением, в частности, Dark Souls, да, это были видео по Dark Souls, по первому и по второму, то, пожалуйста, следите за плейлистами и заходите на канал иногда, потому что такая вот ситуация произошла, я не знаю, почему YouTube это сделал. Вот. Также открылись некоторые видео, которые были закрыты долгое время, которые не планировалось открывать, но они где-то там внизу, это очень старые видео, которые вы уже вряд ли найдете. Так что с ними тоже проблем не должно быть. Вот. Надеюсь, что YouTube больше так со мной не поступит. Я примерно понимаю, почему это произошло из-за лага странички, и я хотел сделать доступ по ссылке к одному видео, и в итоге почему-то все мои видео получили эту функцию. Я не знаю, почему это произошло. Это было очень странно. Это все, что я хотел сказать, в принципе. Спасибо, что вы посмотрели это, спасибо, что вы не безразличны. Спасибо за понимание. Вот, на этом все. С вами был Денис. Спасибо за ваше время, и всем пока. Смотрите новые видео.